Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с Женей хотим объявить, что мы начинаем женский круг по разбору натальных карт. Если вам интересно узнать у себя все детали по своей натальной карте, чтобы мы углубленно с вами ее рассмотрели, тогда мы приглашаем вас к регистрации. Цена очень символическая — 40 евро. И как же это будет выглядеть? Мы собираем группу людей и по Zoom в течение 3-4 часов мы от А до Я разберем натальные карты всех участниц. Что же вы получите? Вы получите полный разбор своей натальной карты плюс прогноз на это затмение, которое начинается 13 апреля и будет 2 недели. И также вы получите от нас обратную связь, плюс мы сможем ответить на один самый волнующий вас вопрос. Если вам интересно, тогда кликайте лайк и оставляйте свои данные, напишите, что я с... И мы вас добавим в закрытый чат, где будет уже проходить все обсуждение. И, если честно, это самая лучшая возможность прочитать вашу натальную карту, потому что мы будем работать в группе небольшой, но все же у вас будет очень много обратной связи, и у вас будет возможность задать вопросы. Именно в это солнечное затмение будет прекрасная возможность разобраться в себе и поменять свою жизнь. Как мы все знаем, что коридор затмений, то есть это от солнечного до лунного затмения, это период, когда вы можете перепрошить свою программу жизни. Поэтому эти знания о вашей натальной карте, они сейчас безумно ценны, потому что это то, что вы живете. Мы все живем по определенной программе. И вот глобальная программа — это наша натальная карта, это код нашей жизни, нашей кармы с прошлых воплощений. Если вы хотите жить по-другому, жить лучше, больше привлекать к себе денег, удачи, здоровья, нужно сначала открыть и понять свою уже программу, с которой вы пришли сюда, если вы до сих пор ее не до конца понимаете, потому что у каждого из нас есть свои косяки. Если что-то в жизни не получается, значит, мы еще до конца не разобрались в себе. И как только мы почистим вот эти все внутренние убеждения, все моменты, которые нас как-то ограничивают, останавливают, мы можем сделать шаг вперед к новым программам, к новому расширению, будущему и так дальше. И обязательно мы включим очень сильную медитацию, которая поможет вам на энергетическом уровне избавиться от всех блоков, потому что очень часто мы к ним так привыкли, что мы даже не понимаем, что они нас как-то ограничивают, что они ухудшают наше здоровье и самочувствие. И после разбора натальных карт, это уже супер подарок от нас, я добавлю эту супер практику, которая занимает всего несколько минут и поможет вам нащупать эти блоки внутри и раз и навсегда от них освободиться. Со своего опыта, ну, как бы отпустить отношения в любой сфере жизни, это самое идеальное время. И я это проверяла не раз на себе. Это как раз момент, когда стоит остановиться, задуматься и поменять что-то, понимаете? То есть вот это ваш вектор, вот значит сейчас время немножко свернуть налево или направо. Поэтому не буду вас больше уже держать. Записывайтесь на наш женский круг «Разбор натальных карт», и вы все узнаете в самом доступном, в самом...